Улицу Ткачей областного центра могут не признать достопримечательным местом или признать объектом культурного наследия только ее часть. В Департаменте культуры состоялось заседание комиссии по определению исторической значимости участка рабочего поселка. Краеведы и эксперты сошлись в необходимости признать ценность нескольких улиц, но пока неизвестно, каких конкретно. На территории поселка 144 дома четырех разных типов. Двухэтажные двухквартирные дома, здания из 4, 8 и 10 квартир. Достопримечательный участок должен включать все типы зданий и планировку улиц. Также исторические виды не должны перемежаться с новостроями. На бунтующем участке улицы Ткачей есть нарушение этих условий. Для того, чтобы сделать здесь вывод, надо внимательно посетить этот рабочий поселок, посмотреть планировку, посмотреть, где какие дома располагаются, и выбрать наиболее удачный участок, где действительно и сохранность хорошая, и все дома есть. Потому что одна улица тоже мало чего дает. Это должен быть квартал какой-то. Достопримечательное место. Это более такая упрощенная система охраны. То есть для жителей это будет легче сохранять. Потому что сохраняется масштаб застройки, отделка фасадов, но там не требуется реставрация.